бывали ли у тебя? Цветные сны, которые чисты, которые о приходе весны, которые о приходе любви. Когда-нибудь удивлялся своему отражению, глядываясь внимательно на губы, на ушей и движению, ожидал ли увидеть чужое лицо, смотря в зеркало? Там твое отражение или незнакомца, которое веками изувечено, исковеркано? Кто? Нет, не испугаешь. Ты кто все-таки? Нет, ты не я. А я не ты. Откуда ты? Чего тебе надо? Чего тебе надо, а? Что молчанку выбирать? Скажи, лучше скажи мне, ты кто такой? Ну чего молчишь? Скажи мне. Скажи, скажи. Молчишь. Ты не мое отражение. Нет, не испугаешь? А я кто? Все люди что-то делают, куда-то торопятся, бегут. Но к чему все это ведет? Что в итоге они найдут? Что в итоге они найдут? Что? Если бы я знал ответ, то картинка бы сложилась, и все для меня обрело бы смысл, как всю жизнь хотелось, как всю жизнь хотелось. Бывали ли у тебя цветные сны, которые чисты, которые о приходе любви? Бывали ли у тебя цветные сны?